Вот приехал к нам еще сухпай. Такого еще мы не кушали. Номер 3. Третий сухпайок. Рацион питания. Так, ну что, открываем. Открывайте. Сейчас мой ассистент откроет. Посмотрим, что тут у нас есть. Интересно же, а что там есть и чего там нету. О, вот так. Ну, понятно, что в принципе все более-менее стандартно. Что у нас? Малинка, вишня. Это кто? Чай. Чай какой тут? Майский. Два майских чая. Кофе. Где-то, значит, должны быть сливки. К нему это таблетки обеззаражки. Так. Суперман. Три сахара. Так. Салфетки. Еще салфетки. Спичечки. Красивые голубенькие. Так, это что у нас? Сальцо. Сальцо. Понятно. Так, дальше что у нас? Овощей. Икра заморская. Пюре из яблок. Пюре яблочное. Да, сырок плавленый. Хорошая штука. Так, что дальше у нас тут? Жвачка. Ну, тоже можно сюда. Так, это сливки для кофе, соль. Витаминчик. Наверное, витаминчик, да. Жир. Да. Так, что это у нас? Горючее. Это у нас печка волшебная. Это что? Так, внимательно. Говядиная. Очень вкусная вещь. Кашалат. Георгиевский. Так. Это тоже галеты. Вкусно, галеты. Галеты. Так, паштетик печеночный. Печеночный, да. Так, это что у нас? Это колбасный, наверное, этот фарш. Да. Колбасный, да. Любительский. Так, персик напиток еще. Повидло. Это повидло очень вкусное, кстати. Это тифтили. Что у нас? Тефтели говяжьи. И мясо с фасолью и овощами. Тоже, кстати, вкусная вещь. Ну, перец, я его всегда выкидываю. Ну, да. Вот давай такой его. Сухпай номер 3 у нас получается. Вот, так что, кому попадется, уже будете знать, что за сухпай. Вот такой сухпай.